Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Мощная практика для привлечения большой суммы денег. В сегодняшнем видео я вам дам несколько методов, которые позволяют сделать так, чтобы вернули вам долги, а также увеличить свой капитал. Каждый человек стремится стать богатым, но часто вложения в заработок не окупаются, побуждая людей прибегнуть как раз к помощи белой магии. Многочисленные денежные практики умножают сильные стороны вашей финансовой политики, тем самым помогая вам выровнять свою денежную ситуацию. Особенности проведения таких практик. Несмотря на то, что каждый имеет индивидуальный подход в выполнении каждого, все-таки проходит по строгим правилам. Первое. Ритуал, выполняемый со злым умыслом, чаще всего вредит самому человеку, который делает практику. Желание использование магии должно быть тайной. Выполняется все в одиночестве и укрывается от чужих глаз. Обязательно учитывается фаза Луны. В новолуние начинается период, в котором прочтение имеет наибольший эффект. В полнолуние он заканчивается. Проводя практику, надо верить всем сердцем в то, что вы делаете, и направлять всю свою силу духа на выполнение. И вот посмотрите, что тогда практики будут работать. Я хочу с вами поделиться и дать вам несколько методов, которые позволяют улучшить денежную сферу. Первый – возвращение долгов. Если ваш должник забыл о возврате денежных средств, вы можете провести легкую практику. Она работает всегда. Вам нужно взять 13 подсолнечных семян. Данную практику можно делать при любой луне. Разницы нет никакой абсолютно. Итак, берем 13 подсолнечных семян. Обязательно их нужно на ночь положить на подоконник. Вечером это нужно делать уже перед сном, перед тем, как ложиться спать. Вечером вы кладете их на подоконник и проговариваете такие слова. Энергия Солнца и Луны, светом семена наполняйте, так же, как наполняете их силой и мощью. Повторяем 3 раза. Далее, вы эту процедуру должны повторить 3 дня подряд. Пусть ваши семена лежат ровно 3 дня. Но вечером говорите такие слова, а утром, когда вы встали, обязательно подходим к окну и утром говорим такие слова. Сил много собралось, на дело доброе подросло. Вот эти слова вы должны повторять 3 раза и 3 дня подряд, то есть утром и вечером. Все, 3 дня у вас семена пролежали. Дальше. Если вы знаете, где живет ваш должник, то эти семена вы должны положить у жилища своего должника. Если вдруг вы не знаете, где живет ваш должник, то эти семена обязательно нужно прикопать в землю через 3 дня. Когда будете закапывать эти семена, то скажите такие слова. Как подсолнух к солнцу тянет, так и должник будет обо мне думать, деньги делать вернуть и вернет с ростом семян. Вот эти слова говорите 1 раз. Все. И вот посмотрите, что после этой практики ваш должник вступит уже в течение 14 дней и вернет весь свой долг. Вот попробуйте эту практику. Также есть еще практика, которая проводится в новолуние. Для этой практики вам нужно, когда наступает новолуние, то вечером просто вы должны положить купюры на подоконник и при этом сказать такие слова. Деньги мои растут подобно месяцу, растут да и крепнут. Говорим 7 раз. Все. На ночь оставляете купюры, неважно какие, неважно сколько, а утром их собираете. Вот посмотрите, как увеличатся ваши финансы. И также можно сделать еще одну очень интересную практику с помощью свечей, которая позволяет сделать так, чтобы пришла большая сумма денег. Итак, вам понадобится 3 свечки. Но одну свечку вы должны взять зеленую, она означает будущий приход денег. 2-я свечка белая, она означает вас самих.
И третья свечка – это коричневая. Она означает ваш труд. Если вдруг коричневой нету, берете желтую, оранжевую, но именно этих оттенков. Ведь каждая свечка имеет особую энергетику. И вот образует с другими совокупность, которая дает сильный эффект. Но просто их наличие будет недостаточно. Данная практика проводится на растущую луну. Это важно. Вы же привлекаете деньги. И когда идет период растущей луны, вечером уже после захода солнца, когда уже луна берет свою силу, вы должны зажечь все три свечки. Их нужно зажечь в определенном порядке. Итак, зажигаем сначала первую свечку, белую. Когда вы ее будете зажигать, вы должны сказать такие слова: «Пламенная душа, а в душе пламя». Вторую свечку вы поджигаете коричневую с такими словами: «Горение свечи подобно награде для труда». И третью свечку вы зажигаете зеленую и говорите такие слова: «Выручка к выручке, деньги к деньгам». Говорим все по одному разу. Далее, после, на протяжении 5 или 10 минут, просто думайте о том, куда вы пустите средства, которые будут идти. Они будут идти очень скоро. Взгляд направьте в огонь этих свечей. По истечении этого времени, когда вы подумали о своих деньгах, о своих доходах, о своей работе, о том, как вам идут деньги, после этого вы должны разом затушить эти свечки и сказать такие слова: «Власть ищу в силе, силу во власти, все мое я возьму, от чужого отрекусь». Вот эти слова говорим тоже один раз. Это именно когда вы затушили. Эти свечки можно оставить до следующей практики. То есть в следующем месяце делайте то же самое, если захотите, и можно использовать эти свечи. Все, дальше остается только ждать. И вот посмотрите, что такая практика, она очень быстро поможет вам сделать так, чтобы в вашем доме всегда был достаток. И также хочу вам еще дать одну практику, которая делается очень легко. Вам нужен любой мешочек. Можно взять из ткани, можете шить сами, можете купить, неважно. Но в этот мешочек вы должны положить 3 монеты любого достоинства, неважно. Но перед тем, как эти монеты класть в мешочек, вы должны их смазать маслом эвкалипта, каждую отдельно, и это очень важно. Далее эти 3 монеты вы кладете в свой мешочек, завязываете его, и этот мешочек вы должны положить под свою кровать, на которой вы спите, и это важно. Если вдруг у вас нет такой возможности, бывают такие кровати, что никак нельзя положить, вы тогда должны положить рядом у изголовья. И когда вы будете класть этот мешочек, то вы должны сказать такие слова: «Высшие силы, люблю, почитаю, помощи вашей ожидаю. Прошу одарить меня удачей да богатством золотым. Да будет так». Вот эти слова вы должны сказать один раз, когда будете класть свой мешочек. Все. И вот чем дольше ваш мешочек будет лежать под кроватью, его можно раз в 3 месяца обновлять. Но вот он всегда будет притягивать деньги в ваш дом. И особенно эта практика будет работать, когда вы будете спать. Ведь наше подсознание играет наибольшую роль, особенно в сновидениях. Когда вы будете спать, ваш мешочек будет работать. Вы будете во сне видеть богатство, к которым вы стремитесь. Вы будете видеть пути достижения. Вы будете видеть свои ошибки, которые вы совершаете. И также вы будете видеть свои возможности. Поэтому очень важно держать такой мешочек под своей кроватью. И вот посмотрите, что ваши желания с большей вероятностью будут сбываться. Мир пойдет вам навстречу. Но будьте осторожны. Не загадывайте негативные варианты обогащения. Старайтесь думать позитивно, с хорошим замыслом, и посмотрите, что у вас обязательно все наладится.